Я была одной из самых известных и богатых женщин мира. Если бы этого было достаточно для счастья. Моя история началась в старом дворике в пригороде Варшавы во времена, когда Польша еще входила в состав Российской империи. Ты, Аполлония Холупец? Да. Тогда танцуй. Вова, Полина, папа еще не приходил? Нет. Опять где-то шляется. Вот дворовый тон. Здесь важен каждый шаг. Здесь танцуют вот так. Как наши кивета, я помню. Последний раз танцуем мы с тобой. Пульс горячей крови. Не волнуй судьбой. Судьба не спросит, тот и верит. Show.